Всем привет, друзья! Это Макс. Там Яна что-то снимает. Короче, он опять нашел машину дешевле 200 долларов на ходу. И мы сейчас ее едем покупать, заводить и попробовать доехать на ней, как мы это обычно делаем. Это с ним наша уже седьмой автомобиль. Где-то Макс был на оффроуде. Видите, какие диски грязные. Наверное, у Вити тестировал Вита. У него 2,2. Едет почти как мои 3. Очень шустро. Он чипанул там лошадей практически как на тройке. Видите, у нас люди так раз. Вроде как так и надо с буквой У. Не с того ряда поворачивать. Смотрите, вот я в пол нажал, но тут догоняю, но он уже отпустил, наверное. Говорит, на второй, даже на третий буксует. Чипанули 2,2 Вита. Так, ну что, где этот суперболид? Сейчас я сразу встану. Вот там, это не копейка. За копейкой спрятан, сейчас покажу. Ого, вот это аппарат. Слышишь, а это... А, это кран упал на нее, или что? Кран упал? Наверное. Нормально. Ну, судя по тому, как он тут вписывается, слышишь, это шок вообще. Похоже на то. Так, ну что, поехали. Поехали? Засекай. Засекай. Ну, камера все засекла. Ключики. Пошли, в чемодан, в багажнике. Тут у меня целый багажник. Всего для этой темы. Так, надо бензин залить. Бензин, только мне там для бензопилы оставь чуть-чуть. Заедем заправить. Да не, оставь чуть-чуть, да и все. Вот канистра перед тобой. Это понятно. Чуть-чуть ключи, оставь. Ключи. Вон чемодан, твой любимый. Этим чемоданом ты заводил H69 Глобина. Ты помнишь его? Да. Тут у нас по Запорожцу, короче, все тут есть. Аккумулятор у Макса. Смотрите, серьезные блогеры вот так работают. Это вам не так, как мы тут с чемоданом. Слышь, очень удобно, кстати, чемодан располагать, когда нет лобового. Да. Ну да. Так а кто, Яна поедет за рулем? Яна, ты за рулем поедешь? Не, ну ребенка я приму на себя. А что, нормальный? Ну там убрать чуть-чуть. Стаканчик там лежит, вон, бутылочка. А инжекторная или что? А, карбюратор? Делали типа под инжектор, да? Тогда вообще модно все. Что там, что там? Красота. Где? Блин, Макс. А. Макс очень счастлив, да. Посмотри, это он в своей стихии сейчас находится. Ты фильтр забыл купить воздушный. А, да, более-менее, кстати. Да вижу, но он такой был 1200, точно как в залупазлике. Все, один в один. Провода стырили, да, враги? Ну, провода есть. Макс купил проводов где-то на две жизни. Там целую коробку он мне презентовал. Это жестяк вообще. Посмотри, что творит. Снилось ему, да? Слышь, тут салон, да, действительно немножко. Небольшой износ есть, но это такое. Это, конечно, плохо, что она... Все, что ты ребенка оставляешь тут... Так. Тяни, резина там должна выниматься, по идее. А, вот тут, да. А где проводок на клапан? Хоть не волнуйся. А что упало? Гайка упала. Вовнутрь? У меня есть магнит. Не-не, это шайба, вон она, нет. Магнит есть, если что. Не, внизу. Я подготовился тоже. Так, сейчас да. Вот патрубок еще поменять. Украли ГБУ. ГБУ украли, а. Да. Короче, так, аккумулятор влезет. Я какой-то взял. Какой-то взял подходящий максимально по размеру. Все, давай, загружайтесь пока. Привыкай к салону, садись. Яна, садись, привыкай. Макс уже говорила, я не об этом мечтала. Не об этом ты мечтала?
Не, ну тут попылесосить и все, и нормально будет. Стандарт такой, да? Да. Слышь, ну на ней можно как на 140-м пацаны заработали. Гнали его черти откуда. Тут гнать нам километров 5. Так, или 3. Километра 3. Руслан, что давать? Вторую камеру лучше не за... Что, так, что? Там же что-то принес, патрубки есть? Да все тут есть. На, целый кулек он, Макс, купил только что вещей. Я ставлю аккумулятор. Пока рядом ставлю. Рука занята. Так, шланги. Сейчас подачу топлива главное наладить. Сейчас, подожди, надо... Было украдено, надо... Заглушить? Заглушить, да. Чтоб... Короче, ГБО я узнавал вместе с баллоном 2500 гривен. Второго поколения. ГБО... Так баллон мы же не украли? Не, баллон же здесь и стоял. А, вот тут стоял баллон? Да. Ух, елки. Ну ничего. Все снял. Так будешь гонять на ней, на оффроуд? Будем, слышишь, как ну, этот, летний вариант, можно срезать лишнее, чтобы было... Я вообще думал, как донора для... Для Горбатова. Для Горбатова. Макс там уже Горбатова нашел, секретная информация, никому не говорите. Мы скоро за ним поедем, я надеюсь. Не очень далеко, но, как обычно, должно быть интересно. И он хотел как донора, искал как донора для Горбатова. Просто моторы отдельно, какие-то там ценники безбашенные объявляют. За инжекторные. Слышь, у тебя с этим чемоданом инструмента, фотографий больше, чем у меня. С детьми, наверное. Что ты говоришь, сегодня мужик с этого балкона? Да, вышел и говорит, вам не надо автомобиль. Да ладно, как? А что вы тут делали? У токарей были? Мы приехали за Discovery, за токарь делал. К токарю заезжали? Да. Нормальная тема. А нам таких слов нельзя говорить. Максим услышал. Да? Краем уха, да? Краем уха. Офигеть вообще. Пошло-поехало. Да я понял, да. Вот это номер, блин, слышь, это... Слышь, следующий МАЗ, наверное, тебе предложат. Смотри, Макс, тут МАЗ стоит. Только колеса накачать, у меня компрессор, кстати, есть. А, это Ивановец. А, так это который упал на Таврию к этим крюком. Слышишь, мне похоже, что в натуре он его клепанул. Так четко попадает все. Смотрите, что он тут на время просто. Давайте время посмотрим. Где-то 5 минут он работает. Яна, где? Глянь на часы. А, у меня есть. Разрезать. Смотрите, 17:59. Ну, я думаю, все получится. Кстати, состояние кузова еще вполне... Приличная, как для машины. Пороги есть. Двери целые относительно. Да не, ну нормальный аппарат. Даже сзади колпак оригинальный не стырили. Там поддоны мешали, видно. Сейчас небольшое отвлечение. Смотрите, друзья. Все. Макс без сварки обошелся. Нарезали ему шлицы. И... Теперь можно будет, тут еще диски у него, картошка, багажники. Можно будет на Discovery на полном приводе поехать. Так, бензонасос где-то потерялся. Попробуй, не подходит штуцер этот. Попробовать его набить. Не-не, надо герметиком намазать. Тут он типа широко, а дальше, ну, это уже практически он плунжер уперся. Блин, ну давай за насосом съезжу, может, или что. Как же, куда же я его переложил? Где-то выложил я его. Вакуум. Так, что-то срезали. Срезанный вакуум. Куда? Вакуум, вакуум вот. А, вот, все, вот он, Макс. Не-не, вон он вниз пошел. И... Где пошел? А. Так, ты пошел вниз, так вот он и туда идет. Вон он туда вот, пошел. Вот он приходит, вот. Куда он? Вот он. Вот. Сюда он приходит. А. Это что-то. Ну то может газок что-то. А на газ что, вакуум может идти? Ну не знаю. А это. Так потяни, куда он идет вообще? Он здесь. Он здесь. Вот. Он на мере. Он куда-то шел, его обрезали. Не знаю. На газ. Так, друзья, ну я стартую за бензонасосом. Как-то.
упустил я его из виду. Он вроде лежал, но где-то переложили мы его. Сейчас быстро съезжу, я думаю, должно все получиться. С Макса зарядом по-другому не бывает. Да, интересная история. Я думал, он его по объяве нашел, а тут чувак просто с балкона, Ян, говорит, вам не нужна машина. Это шок вообще. Он по Discovery полуоси там дорабатывал. Такие бывают истории. Друзья, насос найти БУ не удалось, хотя и гора где-то валяется. Он мне пришлось купить новый оригинал. Слышишь, я как его в этой позе оставил, да? Что, не разгибался? Что нужно? Не, ну это ты ставишь задачи довольно сложные. В горбатом есть, остался молоток там, оказывается, с машиной достался, и плоскогубцы. Смотри, какой красавец, взял оригинал. Оригинал чисто вазовский. Да, это вообще космос. 200 гривен. Так, смотрите, сейчас насос, а этот прокапиталим потом, штуцер просто найдем. Или сделаем. Вот он, новый насосик. Жменя проводов, тут до пенсии хватит машины скупать. Провода. Хреново, конечно, на эти одевается. Что, что, на шпильки? На свечи. А, на свечи. То, что я тебе говорил, надо было купить комплект, там он стоит 3 копейки. Ага. Да, 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 нашли. Давно уже. Да. И тут я вас встречаю, да? Яна, говорит, помнит этот день. Солнечный день был? Я так переживала, думаю, камеры, камеры. Кто нас снимает, да, теперь сама. Ну что тут, все ты подготовил уже, да? Патрубки одел? Воду не лил еще? Лил. Залил уже? Короче, все, что нужно по максимуму. Подходит, не? Там же ж... Что-то бывает, надо перебрасывать там верхнюю. Можно, да, поменять, но... Или станет так? Сейчас не то время. Ну да, прохладно. Так, бензин есть, Макс говорит. Сейчас. Да этим взял бы, торцевым. Ну да, на 13. На 13, сейчас я тебе дам. И она спрашивает, как кран убрать. Я буду тянуть, ты двумя камерами снимать. Ребенок пока в бэхе посидит. А Макс будет выезжать. Опа. Ну да. Он, кстати, в оффроуде уже у него стаж больше, чем у Вити, в 4 раза. Считай, 9 месяцев до. Сейчас сколько? 8 уже после. Уже скоро 2 года. Уже 9, да. А, 9, да, когда? Послезавтра. Конечно, я же слежу, считаю дни. Так, сейчас колеса еще качнем. Когда смотрела... Что? Заставку там, я думала, что это супер. То Макс усы там какие-то смотрит. Когда Макс под машиной, одна голова. Я что-то попутала. С кем-то попутала? Ого! Блин, дверь закрыта. На сигнализацию. На сигналке стоит? Конечно. Ого. Так, качаем колеса. Макс смотрит схему подключения бензонасоса, да, или что там? Не, ну с краном интересный, конечно, пейзаж такой получился. Не, знаешь, что произошло? Смотри, кран был нормально. Потом спустили колеса у МАЗа. И получилось, высоты колеса как раз продавило это. А оно ж тяжелое все. Какой, куда провод? А, порядок работы цилиндров или что? Тогда, ну как нет. 1, 3, 4, 2, наверное. На крышке не написано? На крышке порядка. Нигде там не пишут на клапаны. Хотя это не те машины.
А Макс другие еще провода смотрит. Еще ящик какой-то лежит. Наверное, от Таврии. Аптечка, огнетушителя не видно. Но знак аварийный и масло. Это Таврии? Нет. А, ну мы не знали. Я воду вылил, видите, позаботился. Так, вылил воду. Я понял. Так, двери, ого, давно не открывались. Тут какие-то досточки. Досточки будешь забирать, Макс? Оставляем. Так, звоню еще корешу. Девяточнику в законе, восьмерочнику там по электрике, может, нам поможет, если есть у него возможность. А! Нет. Алло, Витя. Ты слышишь, Славуту пытаемся завести, но тут кто-то чуть-чуть провода поотрезал немножко. Подключить и помочь нам надо катушку. Ты не можешь, Бортничи, подскочить тут с краю? Я возле, на автопарковой, возле Карза я. Да, да? Интересно. А лампочкой проверить. Есть у тебя лампочка, Руслан? Сейчас поищу какую-то, не знаю. Так, лампочку. Нашел какую-то диодную лампочку. Диод же только, Макс, диод только через плюс же работает. Ну, плюс на середину надо. Нету питания. Это не куда-то. А, это шли на датчик включения, отключения салона газа. Да? Да. Походу так. А, хотя так, а что они на катушку? Вот эти две. Ну вон они, смотри, вон лежат оторваны. Вон откуда оторвано, Макс. Вон они лежат, видишь? Нет. Ну вот прямо под крылом лежат. Зеленые. Или то не они. Вот смотри, вот под крылом лежат, вот. Не, а то не они. Не оторваны. Они вот вон пошли сюда. Пошли сюда. Блин, слушай, ну... меня больше всего поражает вот эта конструкция. Это ж с завода так идет. Как вакуум. Ну, труба вот эта. Такая кустарно сделанная. Так, ну, и вон еще, короче, проводов тут. Сурово вызвать, но он, конечно, вряд ли нам поможет. О, качает, слышно. Пошел бензин. Сигналку выключить. На, я не знаю. Включить либо вы. Что-то она. Сигнализация. Вот это не реагирует. Ну тут датчик какой-то или температуры, или давление масла. Отрезан тоже, оторвано. Вот это хуже всего, когда. Ну да, когда порвали, порезали. Сигналка может отсекать, она и мигала только что, так ну, что. Да. Плюс сам, ну в смысле, искры может это не сажается, быть. Слышишь, фара работает. А та, что рабочая, не работает. А та, что целая, не работает. Так, в общем, сигнализация что-то как-то срабатывает. Плюса нигде нет, короче, бросили напрямую, реле сработало. Макс говорит, бензина хочу долить. Считает, что мало, ну нету в карбюраторе. Может, напрямую заведем. Хотя это не горбатый, конечно. Тут так проводок напрямую бросив. Надо лейку сделать с бутылки. Сейчас я дам, подожди. Макс говорит, пробуй. А подсос давай. Я уже дал, да. Не, сигналка все равно работает. А, подожди, стоп. Мы сейчас посмотрим. Сигналка. Искру. Давай. Чуть-чуть. О, есть. Есть искра? Появилась искра. Искра есть. Так, сейчас. Значит, топливо надо. Сейчас еще может.
постигнет нас удача. Макс, вот две гайки на 6 нам надо было, я их просто нашел на полу, на лежали. О, все, заводи. Да что, поедем, думаешь? Конечно. Ну давай. О! Ну, так, сейчас какие-то... я второй, четвертый поменяю. Второй. А ты он порядок, мы не, может, не угадали. Посмотри, порядок работы цилиндров в Таврии. А, там может направление. Блин. Стоп. Может, в прошлый раз было правильно? Посмотри порядок, чтобы пройтись. Первый, четвертый. 1, 3, 4, 2 или там еще как-то. Тут же первый отсюда идет. Ну, первый у всех с одной стороны идет, от ремня. Ну вот, написано единичка. От ремня первый идет, ну, да. Вот, от тебя первый. Напротив четвертый идет, вот. Четвертый. Потом. 1, 3. Потом. Значит, должен между первым и четвертым третий должен, да? быть. Ну, в «Жигулях» вроде так. Да, ну пробуй. Посадили аккумулятор. Провода есть. Да. Да, всегда, когда в таком... виде, вижу машины, думаешь, елки, кто-то ж сотрет, там на фарах даже корректоры 1, 4, 2. Есть. Ну правильно я сказал. Кто-то же их собирал. В какую сторону оно крутится? А вот не знаю, в какую сторону крутится. Ну давайте посмотрим. Кто-то ж собирал эту машину, новая она была. Кто-то покупал. И так бросили ее. 2004 год. Это не 65-й. Сейчас посмотрим, куда трамблер крутится. Там хоть есть что-то внутри. А, может, этого нету. Может, может нету. Бегунка нету. Может, да. Не, так, а, ну искра. А, мы искру-то на центральном просмотрели. Бегунок есть, крутануть, куда крутится? Давай. Против часовой, да? Да. Так, уборка территории попутно сразу. Сейчас будем прикуривать. Так, подъехали очень плотно. Так, Б. Да, Б. Ага. Что, заводим? Порядок проверили, но пока не хочет. А ну, так, вот. А ну давай, пробуй. Стоп. А ну, если искра. Сейчас, секунду. Стой, стой, стой. Под шланг ты его засовывал. Ну давай. О, все. Искра теперь, есть. А теперь на этом, на свече проверим. Давай. Сейчас, стоп. А, стой, 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 стой. Давай. О, есть. На свечах есть искра. Не, просто слышишь, Макс, это ж тут же тебе не примитивная, не ГАЗ-69 и не горбатый. Ну еще ж помимо, да. Включение идет вот туда. Где-то еще что-то включение должно быть. Мы напрямую включили, хотя искра есть. А, напрямую, может, сюда надо подать. Сюда надо подать. Мы так может в электрике быть... слабовато. Она может и так.
пальцем в небо. Не хочет. Походу тут. Ну да, да, мы знаем. Да, мигает. Ну, попробуй. Да, плюс еще где-то может что-то отсекать. Вот так вот. Они... Хотя напрямую уже кинули, да? Если искра есть, значит. А на полном газу мы же залили. Я только что пробовал. А, я понял. Но она чуть схватывала, помнишь? Один да, раз? Один раз что-то. Ну давай попробуем вот так немного. Может залить цилиндры, все-таки топливо может не дошло. Ну давай. Побрызгай и педалью и это. И подсос. Тогда... Вот так сделаем. Что ты задумал? А, школа бородача? Да. Макс пытается сжечь. Там, кстати, воздух сосет, там хомут. Что? Прокрутил. О! Все-таки есть признаки жизни. Сейчас Макс зальет. Ну да, мы 69-й тоже так заводили. Налили. Школа отца Павла. Отца, отец Павло. Блин, главное, слышь, мой набор успею убрать, когда гореть начнет. Так, я думаю, что стоит. Бэха вроде не очень близко стоит. Чтоб кран не сгорел. Подъемный. Что? Одеть. Что, одеть. Что? Ладно, потом оденем, да? Да. Сюда. Хомут, да, потом. А ну давай, пойдем. Блин, испарилось топливо. Ёханый бабай. Это маньяки. Что-то по зажиганию есть какие-то вопросы, но... Так, что-то ему не хватает топлива явно, да? Да, да. Ну, завелся, видишь, и... И заглох. А ну так вот. С... Просто? Ну, да. Блин, ну это... Это шок. Лобового нету. Не-не, ну стой. Стой, стой. Очень удобно тут. А подай мне на 13. Мне кажется, что... А, зажигание крутануть. Еще поставить. Да, последний раз... Нет, там внизу еще болт, наверное. Последний раз в Макса, в Витином УАЗе ты крутанул трамблер, и он завелся с полоборота. Кстати, так и было. Может, да, действительно, что-то там кто-то лазил, может, сдвинул. Не думаю, что там сильно кто-то лазил, но... Ну, мало ли. Показывает практика на... Стой, стой, стой. Плюс потерялся, сейчас. А ну, стоп. А ну, давай вот так. Покачай, да-да-да. Побрызгай туда. А ну, стой, стой. Ну, это... Давай я еще раз залью туда. Ну давай. Давай. Потому что школа бородача все-таки работает. Работает, да. Так, Макс подлил еще топливо. Уже все тут в топливе. Так что если будет гореть, будет гореть красиво. Так, ну что, пробуем? Да. Воздуха дай, да. Разок. Ну не стучит, работает. Ну да. А вот и победа. От нас не уйдешь. А я думал, уже не будет логического завершения, начал переживать.
Это шок вообще. Завели, завели. Яна тут снимает. Как он это делает, непонятно. Нету. Нету, да? А какой пробег? Пробег. Там ничего не светится. Все, мы напрямую просто завели. Сейчас, если провод отключить, заглохнет, да? Подожди, я. А вода залита? Да. Ну, работает. А то, что не горит. А что она должна сгореть? Там проплюс. Не постоянно. А что-то дымит вон. Сгорает. Ну убери плюс, заглохнет или нет? Заглохло. Да. И что там, прибор-то не показывает? Не, ничего не работает. Ну это мы напрямую просто. Вроде хорошо работает. Хорошо работает, мотор отлично работает. Можно забирать, да? Двенадцать с половиной тонн долбануло по этому. По Таврии. Ой, по Славуте. Ну, работает четко. Ну что, пока все. Макс. Я думаю, да. На сегодня все. Подписывайтесь. Машина хорошая. Сколько она стояла, не говорил он? Три года на том месте и год-полтора на это. Короче, как обычно, 4-5 лет до нашего пришествия. Ну, хорошо работает. Аккумулятор снять надо. А, ты хочешь закрутить все? Ну, да. Ну, то ты без меня разбирал. Ну, со мной, но я не помню, куда ты все дел. Ну, вот так. Смотрите, чётенько. Там зажигание, кстати, трамблер может крутануть назад, кстати. А ну, попробуй. Завести. Трамблер может надо назад вернуть просто. На подсосе работает. Ладно, это можно потом, Макс. Основная задача выполнена на сегодня. Вон, смотри, мигает сигнализация, видите? Из-за этого, я думаю, проблема основная. Все отключилось. Отключилась вся электрика. Так работает. Не знаем, работает ли давление, зарядка, да? Ну не стучит ничего, что зарядка. Да, ну. Не стучит. Хорошо, приятно работает. Хорошо, отлично работает. То есть мотор живой, хороший. Пробег тоже не видим. В общем, всем пока, друзья, подписывайтесь. До встречи, потом поедем позже на ней. Так, все, забираю. Да.